готовимся к празднику поедания замечательных пирожков от бабушки Агафьи. Пирожки от бабушки Агафьи. Самая вкусная еда на Европе плюс. Да. Как это вкусно! Вы не представляете себе. Приходите к нам на Европу плюс. Слюнки даже тихо. Взрывотехники исследуют подозрительный предмет, обнаруженный в камере хранения в магазине на Красноармейском 69Б. Это напротив Вавилона. Кто-то оставил ячейку закрытой и ушел. Охранники вскрыли ее, предмет показался им подозрительным, они вызвали милицию. Автоинспекторы обращают внимание автолюбителей, что нужно следить не только за чистотой на улицах города, но и за внешним видом машин. Выпуск подготовлен информационной службой радиогруппы FM Production. Впереди презент и его безбашенные ведущие Александр Грин и Андрей Лимонов. Безбашенные. Все, я вышел из угла. Это униформа. Новая европейская униформа. Друзья, вы сейчас смотрите прямой эфир, который состоится на Европе плюс Барнаул. Сегодня 1 апреля. День дурака, день смеха. И я надеюсь, что вы простите нас за безбашенность. Ну, надеюсь, вам будет приятно нас увидеть. Тем более ВКонтакте, Европа плюс и на Синтез ТВ. Я сейчас нажму кнопку, и все случится. Случится для нас, во-первых, и для вас. Те, кто увидит нас ВКонтакте. А сейчас мы начнем наше шоу «Презент на Европе плюс». Да? Едем. 16.07 на наших европейских. Всем здрасте, всем отличного настроения. Сегодня 1 апреля, и с этим замечательным праздником поздравляем мы в столь замечательной, доброй, безбашенной компании. Именно я представляю ведущего Европа плюс Барнаул Презент Уикенд Андрей Лимонов. Ура! И, конечно же, наш несравненный Александр Грин, друзья. Мы сегодня будем вместе, и надеюсь, вы будете вместе с нами. Алло? Ой, у меня летят ручки. Здравствуйте. Слушаем вас, как вас зовут? Итак, до нас дозвонился Михаил, он повар, работает, как говорится, и днем, и вечером, и не покупается на никакие розыгрыши. А сейчас мы не будем молчать, мы выйдем в эфир и скажем. Все скажем. Все скажем. До нас дозвонился Михаил. Давайте пообщаемся, узнаем, как его дела. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Ух ты! Находчивый Михаил. Рассказывайте, кому вы хотите передать приветы. Михаил, ну, связывая вас с вашей профессией, как я знаю, вы повар, у вас наверняка всегда тепло. И вкусно. Может быть, расскажете какой-нибудь ингредиент вашего вкусного блюда? Что-нибудь вкусненькое такое, мясное, кролик, например. Вот напросились. Да, отлично, мы будем. Пожелаем вам удачи, хорошего настроения. Друзья, сегодня 1 апреля, шутите, разыгрывайте и давайте возможность, конечно же, вас разыграть. Ну, а мне хочется сказать, что этот замечательный эфир, который вы слушаете, можно еще и увидеть будет благодаря... Благодаря телевидению. Телевидению, которое сейчас нас вокруг везде и всюду снимает. Именно все видеоматериалы вы можете увидеть на Синтез ТВ. Это фото-видеопортал. Ну и к тому же ВКонтакте группа Европа плюс Барнаул. Вот такой музон надо слушать всегда на 1 апреля. Отлично! Веселимся от души! Здравствуйте! Заходите! Поздравления! Вот только что к нам прибыло поздравление. Добрый день! Прошу передать привет и поздравить, поставить что-нибудь из репертуара, чего-нибудь такого европейского. Подарок в сегодняшнем эфире. Программа «Презент» 16.17. Специально для нас. Юрочка, с днем рождения тебя! В этот день я желаю тебе хорошего настроения, много улыбок, внимания, родных и друзей. Ларочка. Барнаульский дневный презент продолжается! Ура, друзья! Хочется поздравить тех людей, которые празднуют день рождения. А именно, сегодня поздравляет с днем рождения Юрочку. Лично от Лары огромное пожелание. В этот день желаю тебе хорошего настроения, много улыбок, внимания родных и друзей. Ну и, конечно же, наше внимание, ну куда уж. Юрочка, мы с тобой! И еще один человечек, самый замечательный, очаровательный, празднует день рождения. Зовут ее Мария Блок. Сегодня день рождения у нее.
Что дальше? Надо сыграть. Надо сыграть. Где? Наверху. Что-то зеленое. Да, так просто, да? Да, сегодня так просто можно разыграть. Я правда подумал, что там что-то мне зеленое. Бывает. Сейчас у нас стартует игра, называется «Аригато Шоу». Здесь нам, ведущим, надо предложить изготовить этот замечательный суши роллы, и роллы. Да, и перечислить ингредиенты. Ингредиенты будут всякие разные. Но вот какой неправильный ингредиент, тот и будет, как говорится, победителем. Предстоит. Готов? Всегда готов. Едем. Вот так вот, друзья, Барнаульский дневной презент продолжается. В эфире я, Александр Грин, и Андрей Либонов. Алло. Здравствуйте. Юленька, очень приятно. О, как мы вас рады слышать будем. Юля, у вас есть наверняка какая-нибудь интересная история. Это еще один плюс работы диджея на Европе Плюс. Всегда можно познакомиться с прекрасной девушкой и сходить с ней в кино. Это Барнаульский дневной презент на Европе Плюс. Всем здрасте, всем. С 1 апреля, друзья, мы продолжаем. И до нас дозвонилась замечательная девушка Юлия, которая порадует нас чем-нибудь приятным. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Юль, ну как ваше настроение в этот первоапрельский денек? Успел вас кто-нибудь разыграть уже? Давайте поиграем. Давайте. А давайте, разыграйте нас. Пора давать билет вам, Юля. Пора вам давать действительно не только билет, а на замечательный фильм. А фильм называется «Слишком крута для тебя», Юля. Ну, для вас, вы я думаю... слишком крута для нас оказались. Тем более, что еще помимо всего прочего, мы вам дарим замечательный диск с... DVD. Нет. Все время хочется сказать DVD, но не знаю. Не DVD, это замечательный диск с песнями Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс и с нашими фотографиями. Продолжается Барнаульский дневной презент на Европе Плюс, и если вы с нами... То это замечательно. Кстати, хотел спросить, какая же завтра будет погода? 2 апреля, ветер северо-западный. Запад 2 метра в секунду, 35 градусов тепла, после обеда 37,5. Вкусные тортики мы будем кушать сейчас с Сашей. Ну я его сделаю. Да? Просто вы не отвечаете, я думаю, что... Очень хорошо. Как тут никто быстрее ест? Очень хорошо. Елена. Говорят, нельзя говорить с набитым ртом. Вас, конечно же, мы хотим поздравить с днем рождения. Ого. На вашем, как говорится, празднике мы не можем быть, но вот едим тортики. За вас. Елена, передавайте приветы. Победила дружба! Мы победили! Не, ну Саша больше съел, правда. Конечно, я съел Саша, больше. Ну, Саша просто Елена больше. Заберет призы, которые мы приготовили. Тортиком. А это замечательные призы от Европы Плюс, это диск. Елена не поверила нам, что мы едим в прямом эфире. Это никогда такого не было. Вы не поверите, друзья, как это было вкусно, объедено. Мы всегда так мечтали сделать. Теперь это будет нашей доброй традицией. Вот так вот. Спасибо большое. Это так вкусно. Вы не представляете, слушатели Европы Плюс, кушайте сладости, они поднимают настроение. Продолжается Барнаульский дневной презент на Европе Плюс. Ура! С 1 апреля всех, друзья, еще раз мы доели наконец-то с Сашей вкусненькие тортики. Анна, вот мы попадаем с вами в замечательное такое заведение, как, да, где делают суши, роллы. А вот вы сомневались насчет сливочного сыра, кажется, да? А насчет филадельфийского дельфина? Вы были готовы просто на кусочки порезать в роллы это прекрасное создание? Вот я так и думал, что кто-нибудь обязательно скушает этих милых созданий. Вкусно! Наши слушатели сегодня наверняка удивляются, что происходит на Европе Плюс. На самом деле все вполне естественно. Сегодня как? День дурака, как обычно. Как обычно, день дурака. День дурака. У нас следующий час. Следующий час пойдем. Скажем всем привет! Да. Айс!
Денис, чуваки! Ох, как вас! Андрей! Я думаю, что нам пора следовать в следующий музыкальный час. Как мы обещали, 2 часа драйва. И надеюсь, что следующий драйв будет в исполнении Алексея Мануйлова, который уже заступил на свою службу и уже буквально взбодрит хорошей музыкой в следующем музыкальном часе. Пожелаем вам удачи, хорошего настроения. Ну и то, что происходило сегодня в эфире Европа Плюс, вы можете, друзья, считать милой шалостью. Да, что мы пошутили, посмеялись и, ну, подурачились, потому что все-таки сегодня 1 апреля, день дурака, день смеха. Разыгрывайте своих родных и близких и, конечно же, смотрите все это на Синтез ТВ. Друзья, отличного всем вечера, легкое продолжение недели, легкого. С вами был Александр Грин и Андрей Лимонов. Счастливо! Пока-пока! На этом все! Отличного настроения!